Всем привет, такое кратенькое и сумбурное вступление, и мы с вами отправляемся на женский футбол «Локомотив Динамо» на РЖД-арене. Приятного просмотра! Ой-ой-ой! Локомотив забивает еще один и ведет уже 2-0, а я хочу вам напомнить, что есть такой канал на Максимум в ТГ, где сейчас проходит футбольный розыгрыш, и в дальнейшем будут выходить дополнительные материалы, пока YouTube работает достаточно плохо. Так что подписывайтесь, встретимся в Телеграме. Это 3-0, Локомотив побеждает Динамо. Что Спартака долбили? Ну вот и все, закончился матч. Локомотив победил 3-1. Потрясающий женский футбол. Столько эмоций и у футболисток, и у болельщиков. Интересный опыт, интересный. Я надеюсь, мы еще сюда с вами придем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как всегда. На максимум будет еще интереснее.